держать вроде может даже через БКБ. Что вот может, блять, у Гармак, когда два керри-героя нажали БКБ? Получается, на центре покемон у нас где-то. Кем он тут воевал, интересно. Ну, хуй знает. У меня дробовик. Мне либо оббегать сейчас вот вокруг это все дело. Ну да, скорее всего, вокруг надо оббегать. Смысл от того, что я сейчас на центр пробегу там через ангары. Там будет огромная перетяжка до этих домиков. Потом еще в гору надо будет подниматься. Короче, нахрен. Просто вокруг. Сука, напасть какая-то. Нет просто никого. Где эти боты? Игроков тоже не бегает. Мне, возможно, повезло то, что я... Ну, я видел типа, он был спиной ко мне или боком. Ну, типа он куда-то далеко. Ну, так, метров 50, наверное. Метров 50, наверное, было. Ты ублюдок, блядь. Сука, я того все, какая же прочная каска. Блядь, я просто пищу с нее вообще. Как она это держит, блядь? Так, ну я понял. Ну это вызов, друзья, бля. Ой, сука. Ты охуел, блядь. Теленок, ёпта. От сиськи оторвался, бля. Сидишь тут, бля. Вот это теленок, бля. Где мама этого молодого человека, бля? Оп! Что это у нас? Хлорка. Полезно, полезно. Это все... А подожди, а патроны? Это все очень полезно. ПС-ка. Кто-то постоянно вот эти вот СКС, СКС, СКС. Если здесь ПС-ка, и он не пробил шлем третьего класса, блядь. Ёбаный свет, блядь. Нахрен вообще эти пушки использовать? ПС-ка. Он просто 7.62 стреляет мне в жбан и не пробивает его. Охуеть просто. Ебать, хомячки джунгарские, блядь, совсем обнаглели. Блядь, ты чё вообще шутишь, нахуй? Он думает, я АФК тут борщи жру, что ли, нахуй? Я не пойму. Да какие-то, блядь, ну... Дети бизнесменов, они думают, все для них, блядь. Гранату тут сейчас будет кидать, блядь. Мир просто вокруг них, блядь, крутится. Он будет тут автоматы перезаряжать, лечиться, блядь. А я тут нахуй спать лег, блядь, на горе. Это пиздец, друзья, что за наглость? Ну, блядь, где еще один? Вульгарный джентльмен, я не пойму.
Где эта дура в каске, бля? У, сука. Бля, больно. Больно. Ну, реально больно. У, сука, очень. Да давай подлечи уже еще. Я болю, друзья. Сильно-сильно, бля. Так, ну, с последним есть большие сомнения. Большие сомнения. Большие. Это тварь где-то в елках, блядь. Ёбаный Винни-Пух, блядь. Тот самый, который был у кролика. Ну, где он застрял? Пойти его убить, так у него калаш. Ну, типа. А дробовик еще, как бы, такой, с Алиэкспресс. Он может и заклинить вообще. Алло, покемон, блядь, ну ты будешь что-то делать, ебаный в рот, блядь. Я устал тебя ждать на этой сраной горе, где ты? Выходи, умник такой, Петрила. Давай бегом сюда, бля, у сука, блядь. Да ёпта, подлечи дробовик этот ебучий. Измени уже 9 часов, мне пора спать. А! Все, блять, вот они нахуй, тарковчане. Нас много, мы можем пиздеть в микрофон, блять. Мы можем сидеть с СКС-кой, сука. Мы друзья с детства, нахуй. Ох, эти друзья, блять. Я вас горячо приветствую, блять. Нужно более активно двигаться. Ах, сука, звук все равно тормозит. Но это прям кажется только при выходе из рейда. Такое услышал. Так, вот три покемона. Ну, рейд был забавный. Эти два покемона мне понравились. Особенно вот этот, который что-то тоже кричал. Я не знаю, на каких серваках, походу, на русских играем. Было забавно. Сори, я быдло с детства, поэтому... Если в играх приходится разговаривать с людьми... И вот в такой обстановке, когда мы противники, ну, в основном я примерно так со всеми разговаривал. В большинстве случаев, блядь.